Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики завезли новые контейнеры на продажу. Китайский контейнер. Но, честно говоря, я китайскому контейнеру доверяю гораздо меньше, чем другим контейнерам в этой игре. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, я, в принципе, чувак не фартовый. На всех моих аккаунтах, у меня их не 3 и даже не 7, я за 8 лет игры в танки смог получить только одну машину из платного контейнера, и то на твинке, и то крайне-крайне неудачную машину вытащил. Больше, ребят, мне не везло. Есть ребята, которые пишут, что везет им постоянно, поэтому здесь как бы, как говорится, на любителя. Что касается китайских контейнеров, завезли их за реальные бабки, начиная от $5 за 2 контейнера и заканчивая $40 за 9 контов. Давайте откроем первое попавшееся предложение и будем его, как говорится, посмотреть. Что касается вероятности того, что отсюда выпадет, сейчас заценим отдельно. Что касается машин, я бы, честно говоря, больше всего слюни здесь пускал на ВЗ-121 ГФТ. А вы напишите в комментариях, какой бы танчик вы хотели себе вытащить из этого контейнера, если бы уже была возможность выбирать. Теперь давайте посмотрим, что касается вероятности. Вероятности, я бы сказал, лучше, чем в некоторых контейнерах, там, где идет, допустим, 0,5% или там 1%. Здесь целых 1,21. Но вот как раз на ВЗ-121 ГФТ здесь вероятность всего лишь 0,3%. И это очень-очень, ребят, не радует. Ну, могли бы сделать хотя бы как-то честно. Хотя честность в отношении контейнеров понятие крайне сильно растяжимое. Что касается всего остального, что вам может выпасть, не сильно рассусоливайтесь на золото, потому что здесь вероятность очень-очень маленькая. 500 голды 50%, да, окей, хорошо. Но 1000 голды 10%. То есть вероятность того, что вы получите 1000 голды, гораздо выше, чем получить отсюда машину. Это понятно, это само собой разумеющееся. Что же касается всего остального, хлам, 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 ничего кроме хлама с учетом стоимости контейнера. Теперь давайте будем с вами, как говорится, посчитать. Безусловно, если вы купите себе 2 контейнера, из них хотя бы на одном выпадет какая-нибудь машина, любая, ребят, из них, да, безусловно, здесь все окей, все нормально, потому что по большому счету за, грубо говоря, при классном, хорошем донате 5000 голды вы можете купить за 5 баксов, соответственно, вы покупаете себе любую из этих машин за 5. А это нормально, это круто, это просто супер. А вот если не выпадет, здесь уже, ребят, гораздо хуже, потому что даже если вам из 2 контейнеров выпадет по 1000 голды как максимум, если не будем брать в учет все остальное, то, соответственно, вы получаете за $5 всего лишь 2000 золота, и то очень-очень-очень сомневаюсь, что прямо из 2 контейнеров по косарю вам выпадет. Вот такие вот контейнеры выложили на продажу. Покупать или не покупать, пишите в комментариях. Обязательно напишите, если вам оттуда что-то выпало. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь именно для вас и надеюсь на вашу поддержку и благодарность в виде подписи на канал и активность в чате под данным видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор